А можно узнать, почему такое название Аллах Казахстан? Во-первых, Алла-Казахстан – это само по себе название такое говорящее, скажем так, «Вперед, Казахстан!». А мы устремлены вперед. Мы хотим, чтобы Казахстан вышел из нынешнего состояния. Вот, а когда через 30 лет режима личной власти Назарбаева, вот, мы застряли, можно сказать, в тоталитарном обществе, диктаторском, полицейском государстве. И поэтому мы хотим, чтобы наша страна двигалась вперед к демократии, к истинной, нормальной, реальной демократии. И чтобы, наконец, в Казахстане была создана система власти, которая соответствует стандартам, требованиям 21 века. И поэтому мы поставили перед собой задачу создать партию оппозиционного толка, парламентского толка, политическую партию, которая могла бы свободно, открыто работать в качестве оппозиции. В нормальной стране мы знаем, что оппозиция – это наравне с властью, везде и всюду. Они узаконены, они даже финансируются властью, государством, оппозиционные движения, организации. Я имею в виду в цивилизованных странах. И у нас так должно быть. Поэтому мы и поставили перед собой такую задачу. А кроме того, Алла Казахстан, вы знаете, что это как бы нынешний бренд, лозунг наш. Алла Казахстан – это уже на устах наших граждан, ну, скажем, продвинутых, уже знающих, чего они хотят. Это наряду с известными такими же брендами, вот, скажем, «Слава Украине», «Живе Беларусь», «Алга Казахстан» – это тоже уже стало как бы привычным. И это все, в общем-то, символизирует собой демократические начала, устремленность вперед к свободе, к демократии. Белсенділер бастаған партияны қолдап, «Алга Казахстан» оппозициялық партиясын тіркеу үшін өз үлестеріңіз қосыңыздар.